внимание. Еще давным-давно я пообещал себе выпустить свой альбом. И вот уже второй, и по-любому будет третий. Ну уж поверьте, я еще успею, надо есть вам на этой планете. Как бы я ни пытался, я никогда бы не смог все писать и выпустить второй год того. Кто знает, поймет, то, о чем речь идет. Остальное не ебет, так вот, салют, народ, как настроение? Че у вас там по теме? Прошло время, пусть немного, но тем не менее. На самом деле, все гораздо сложнее, и, к сожалению, все рано или поздно взрослеют. Тебе не реже, бывают метрополитене, не поднимаясь на любимую крышу, даже по воскресеньям. Не выступаю с приложением московской мэрии, хожу по сцене, ищу свою бутылку Джек Дэниелс. Короче, много изменений, я теперь человек семейный, и все время провожу с ней, но это редко, когда я бываю в Москве, а так я где-то по стране качаю города на качелях. Я понятия не имею, кто нас там смеем, мы нормально отметились и продолжаем движение. И вам, конечно, виднее, но как стоит, но я люблю то, что делаю, а делаю я то, что умею. Пойми, я очень дорожу тем, что имею, и эти парни тоже, небо нам поможет, вряд ли мы когда-нибудь дойдем до цели, но приятно наловить уважение в глазах прохожих. Больше стафа, меньше облака. Снизу асфальт, сверху облака. Когда-нибудь ты тоже увидишь ты пока, но это будет чуть позже. А пока больше стафа, меньше облака. Снизу асфальт, сверху облака. Скоро будет наоборот, ну а пока больше стафа, меньше облака. Соблюдая традиции, я буду предельно скромен и скажу ничего в принципе о своем втором альбоме. Ничего хорошего и неплохого, тем более, наверное, кроме того, что этот альбом сольный. Со стороны прикольно, столько гастролей, я не спорю. Тем, что происходит, я вполне доволен. Но мне спокойнее одному наверняка в районе с бутылочкой голой на лавочке с колей. Народ отсоли, но походу я кое-что понял. Стою под огонником в том темном коридоре. Кое-чего я, может, и не помню, я не скрою. Ведь последние суток трое я провел в коме. Сколько джой, как помники, надо забрать на балконе, чтобы научиться читать, как читает Павел Воля. Но я не буду выступать в роли мамы Чоли. Я с тобой на Тиголе, давай поспоем. Я настроен радовать аудиторию, начать на повторе, то я восьмёр или не сами патроли. И пока меня это кроет, вы не ждите конца истории. Кстати, R.I.P. и Солин. Больше страха, меньше табака. Снизу асфальт, сверху облака. Когда-нибудь ты тоже увидишь табака, но это будет чуть позже. А пока больше страха, меньше табака. Снизу асфальт, сверху облака. Когда-нибудь ты наоборот, но пока больше страха, меньше табака. Ну вот, совместно дальше получили. Спасибо еще за одну и была презентация клипа и привет. Трек охуенно, мне нравится. Всем спасибо, Александр. Что дальше? Давайте.